В Южноуральске осудили экстремиста. Он администрировал информационные интернет-ресурсы, которые использовались для координации работы его подельников. Затем становился по предложению соратников администраторами определенных групп, где осуществлял функции модератора, то есть публиковал определенные посты. Это допрос задержанного. Южноуральца поймали в июне 2023 года. Уголовное дело в отношении него возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Челябинской области было установлено, что виновный осуществлял администрирование информационных интернет-ресурсов, используемых для координации членов экстремистской организации. Помимо этого, на постоянной основе он размещал на данных информационных ресурсах сведения, содержащие инструкции по проведению террористических актов, диверсий на территории Российской Федерации, а также вовлекал новых участников в ряды экстремистской организации. Суд приговорил нарушителя к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима.